Всем привет! Ну вот и долгожданное начало строительства землянки. Долго выбирал место, решил выбрать в этом месте. Отсюда до города 30 километров практически. Добираться, конечно, намного труднее, чем в ту землянку, но здесь намного безопасней, можно все оставлять и особо не переживать за то, что ее найдут и украдут все. Как и планировалось, начнем копать с бани. Сперва сделаем баню, потом уже начнем сделать основную землянку, чтобы можно было и заночевать под крышей, как говорится, чтобы была крыша над головой, и вещи оставить, баню построить быстрее. Так что сегодня начнем копать под баню яму. Ну, сейчас с размерами сейчас определюсь. Думаю, небольшую сделаю, чтобы быстрее нагревалась. И все. А землянка уже будет большая. Тоже еще с размерами не знаю, но померить надо будет. Посмотреть. Думаю, двухкомнатная будет. В одной комнате мастерская какая-нибудь. А вторая комната, как жилая. На зиму, может, одной комнатой буду пользоваться. Так. Вот, выбрал в таких вот кустах место. Оно и в тенечке, чтобы не жарко было. И меньше приметней. Мне вполне нравится такое место. Главное, лишь бы не было воды. Потому что неподалеку болотина. Чтобы вода не близко была, главное. А то зря прокопаю. Там затопит. Также здесь есть небольшая болотинка для сбора воды. Удобно неподалеку. Эту землянку и баню буду делать уже не из бревен. Буду завозить доски. Будет намного красивее и комфортнее, как бы. Люксовая землянка будет уже. Ладно, сейчас пью чай. Позавтракаю быстренько килькой. Сегодня еще не ел. Время уже 12 часов, пока место искал. И приступим к копке уже. Посмотрим, сколько успею сегодня выкопать. Ну, здесь, конечно, находиться намного приятнее, чем в той землянке. Птички поют. Тишина, никаких ни заводов не гудит, как там. Машины там и то тоже слышно даже. Там до города 5 километров от этой земли. А до заводов еще ближе. Здесь вообще тишина. Не переживаешь, что там кто-то тебя увидит часто. Там то кто-то ходит, там то туристы, то еще какие-нибудь люди. То за дровами. Здесь максимум могут на поля приехать, ну это когда уборочная или будет. Поля где-то полкилометра до поля. Ну пока-то сейчас посеяли все уже. Покос там будет. Уберут все и все, и тишина вообще будет. Красота. Один минус только то, что добираться очень далеко. Баню построю вот в этом месте, а землянку уже вот здесь вот. Здесь побольше места, а там поменьше. Сперва хотел все сделать в одном, чтобы из землянки можно было сразу в баню заходить. Но решил, что для пожара безопасности лучше сделать раздельно.
Поэтому здесь землянка, там будет у нас баня. Делать буду, наверное, 1,5 на 1,5. Слишком здоровенно мне не для чего. Там толпа не будет париться мне. Для одного вполне. Даже для двоих вполне подойдет. 1,5 на 1,5. Ну все. Сейчас приступаем к копке. Меняем обмундирование для легкой копки. Чтобы сейчас жарко будет. Уже на улице 25, наверное. Хоть и в тенечке, но все равно лучше полегонькому одеться. Легче копать. Ну, погнали. Вот так немного расчистил. 1,5 на 1,5 примерно. Рулетки нет с собой, буду на глаз. Ну и все, можно копать. Верхний слой сейчас трудновато будет. Корней много. Но потом ничего, пойдет нормально. Лишь бы не было воды, остальная фигня. Хочу поглубже выкопать, чтоб почти уровень с землей. Ну, бугор все равно будет получиться, когда засыплю. Но чем глубже, тем лучше. Честно говоря, рад, что наконец-то добрался до землянки и начал строить. Радостно на душе так. Сейчас будет новая земляночка у нас. Хорошая, с банькой. Все дела. Тишина, покой здесь, в лесочке. Решил я, наверное, возьму 1,5 на баню и еще, ну, метр может взять на сразу предбанник сделать. С предбанником это поинтереснее как-то. После бани вышел, посидел, подышал в предбаннике, зима-то. Ну, с предбанником все равно лучше.
лучше немного времени побольше потрачу, чем потом опять жалеть, что не доделал сразу. Так что сейчас сперва, ну, подлиннее сделаю. В ширину, думаю, полтора хватит. В углу будет печка стоять. Полок. И предбанничек. Так что нормально, копаем. Корней, конечно, капец. Ну вот, начало есть. Самое сложное, самое трудное начать, собраться. Дальше уже глаза боятся, руки делают. Ну вот, все, на сегодня хватит. Так, будем каждую неделю, раз в неделю приезжать, по штуку выкапывать. Это шучу, конечно. Сейчас буду дальше копать. Вот, смотрите, как получается. Вот примерно очертил, там полтора на полтора, плюс-минус. Ну, на глаз копал, так вроде ровно, с виду. Там будет банька, небольшая скамейка у той стенки. В этом углу будет печка стоять здесь. А здесь плюс-минус метр с копейками. Будут по бокам две лавочки. Здесь лавочка, здесь лавочка. А здесь вход будет посерединке. Наверное, так. Может, будет вход сбоку, а лавочка такая угловая. Посмотрим. Проще, наверное, с угла сделать вход. Меньше столбов ставить. На один столб меньше. Вот так вот такая получается банечка. Эта баня больше, чем та моя землянка. Тут в длину метра около 3. 2,80 примерно, плюс-минус 2,70. И шириной полтора. Та землянка у меня 2 метра в ширину, в длину. В ширину. Нет, в ширину 1,80 м, в длину 2 метра. Вот такая вот. Так что вот так вот. Сейчас попью чаю, пойду дальше копать. Земелька белая глина. Копаться, в принципе, так неплохо. А то некоторые, смотрю, там копают на песках, в песке, и не могут выкопать глубокую землянку. Вот там 80 сантиметров выкапывают, и все, больше, видимо, сил не хватает. Да уж, если в песке бы, я бы тут двухэтажно мог бы землянку выкопать. Песочек-то что не копать. Я там на суглинке 80 сантиметров выкопал, долбил. Ладно, пью чай. Погодка прекрасная. Кукушка где-то. По видео плохо понятно, какая размером. Ну, говорю, примерно 2,80 на полтора. Классная баня будет. Взял фотоловушку, поставим еще где-нибудь. Посмотрим, где след есть. Давайте сейчас и поставим, сходим. Отдохнем пока заодно. Здесь явно вытоптанная тропиночка идет. Не знаю, свежая, не свежая. Ну, в принципе, вроде перевернутые листочки еще такие сыроватенькие. Поставлю на это дерево. Надеюсь, кто-нибудь попадется.
Походу этой тряпочки все не хватит. Завязки не хватит. Так. Туда поставлю. Так вот, все-таки установил возле дерева, чтобы более скрытно было. На такую палку привязал и поставил. Сейчас здесь скину хлеба еще на тропу. Надеюсь, пишет. Ловушка-то такая простенькая, то срабатывает, то не срабатывает, то записывает там на несколько секунд, то фотографии делает, короче, живет сама своей жизнью. Какого он? 1200 что ли, 1100 лет, копеечно. Ну, иногда удаются там секунд 5-10 снять. Представьте, потом будет земляночка готова, баня. Сходил в баньку, попарился, шашлычки пожарил. Выходишь, тут такая красота, свежий воздух, птички поют. Сходил еще и искупнулся. После баньки там холоденький пруд. Эх, лепота будет. Не жизнь, а мечта. Здесь только шум самолетов остался. Но от этого уже нигде не спрячешься. В нынешнее время. Вот на два штыка прошел уже. Сантиметров 40. Хорошо, что в тенечке выбрал место. На солнышке бы я сейчас уже сжарился бы. Уже бы в обморок упал. В тенечке-то жарко, капец. Вот так вот. Отлично получается. Так, вроде равно с виду. Посмотрим. Надеюсь, доски лягут хорошо. В принципе-то с виду так ровно вроде смотрится нормально. Ладно, чайку попить надо. Thank you.
жарище. Воды-то мало взял. Без воды-то тяжело будет. Придется заканчивать потом. Еще полбутылки осталось. Еще чай есть. В принципе, из болотина можно скипятить. Долго просто. Ну вот, на три штыка прошел. Такой холодильник. Земля холодная. Ну вот, где-то сантиметров 60, три штыка, плюс-минус, 60 сантиметров, нормально, идем потихоньку, роем. Пообедать бы надо, время-то уже 4 час, наверное, 4. На обед БПшка у нас сегодня. Доширак. Без 15-4. Почти половина. Думаю, штыков 7-8, наверное. Придется копать. 7-8 штыков. Должна быть нормально. Около 2 метров. Мышек вообще много бегает. Одна, вторая, третья. Думаю, в землянке им хорошо будет жить. Построю сейчас и заселиться. В той землянке не так много было мышей. Ну так, может 2-3 бегало иногда. Здесь, думаю, их много будет. Ну, ничего страшного, главное убирать. Может, какой-нибудь железный ящик найду. Привезу, буду туда убирать то, что могут съесть, и все. Ничего страшного, в принципе, нет в этих мышках. Главное, муравьи, чтобы не заселились. Там, да, муравьи это хреново. Мышь это фигня. Обеденный перерыв. Бапашечка, сосиски. Опа. Не знаю, сколько сегодня успею. Противопожарная система. На смородину похоже. Эксперты, кто знает, пишите. Сейчас покажу. Что это за куст? Ягодки какие-то, вот, видать, видно. Куст смородины, может, нет? Похож так-то немножко. Смородину, то ее надо будет пересадить. Ну хотя я здесь не буду копать, там буду копать все равно. Будет у нас тут смородинка еще. А это на черемуху похож. Вроде и она и есть. Никто не залез?
камня не было. Надо будет тут какой-нибудь плотик сделать. Лепота. Вода не вонючая так-то. Нормально, хоть и стоячая. Купаться как-то страшновато, не люблю в незнакомых местах купаться. Надо будет нам здесь еще ловушек тоже, кормушек наделать для птичек. И где-нибудь можно будет сделать одну эту кормушку, чтобы у нее устанавливалась не фотоловушка, а экшн-камера есть у меня там. И вот ее поставить. И пусть записывает, а потом кадры будут с птичками у нас прямо вблизи. Сделаем потом кормушечки. Сейчас сперва с банькой закончить. Ну или так между делом, может быть. Смотрим. Полотенце надо принести. Жучок уже тут ползает у меня. Отдыхать хорошо, работать надо. Ничего, сейчас попотею, а потом буду с кайфом потеть в баньке. Да уж, 7 потов сошло. Выжат сегодня. Ну, банька будет отпад. Шикардос вообще. Еще, вход надо будет прокопать. Здесь вход будет. Думаю, вот так вот, наверное, будет. Надо будет сделать ступеньки сюда. А дверь хочу, чтобы была прям вровень практически с землей. Надеюсь, это получится. И вот так, как бы, дверь открываешь.
Может, двойная будет даже дверь. И тут, кажется, вниз. По лесенкам. Вот, уже половину выкопал. Считай. Сейчас выкидыч осталось. Связи здесь вообще что-то нету. Вроде должно доставать 30 километров, не 100 километров от цивилизации. Вот там установил на гриб. Может, поймает. Надо будет, наверное, на каком-нибудь дереве сделать лаз и палочку для мобильника, чтобы можно было оставаться в зоне действия. Попью сейчас чая. Одна бутылка воды кончилась. Осталась простая, там полбутылки. И еще немного чая. Вроде уже сейчас не сильно жарко, но когда копаешь, все равно жарко. Пот льется и льется, поэтому быстро вода уходит. Посмотрю, насколько хватит. Может, еще на штык пройду хотя бы. Посмотрим. Может, я не пройду. Классно, что придумал. Ну, решил сделать это в таком месте, нашел. Хорошие кусты вот эти вот. И даже вот сколько тут? 7-8 метров отошел от нее. И уже не видно. И если еще землю засыплю листьями старыми, потом ветками, листочками, и вообще ее не найдешь потом. Если сам не знаешь, то точно не найти. Так что в кустах это классно. То, что землянка будет. Очень скрытно. Конечно, здесь мало вероятности, что ее кто-то обнаружит из людей. Но все равно, может быть, какие-нибудь охотники будут ходить или грибников сюда занесет. На всякий случай делать менее приметно. Вот будет она на уровне земли сделана, засыпана вся, находиться в кустах. Короче, скрытнее намного, чем та первая. И комфортнее. Ну вот так вот мне полтора. Так, где-то 1,30 м есть. Значит, ну где-нибудь еще 50 сантиметров, 60. Не, надо бы, не, 2 метра надо делать, потому что внизу еще балки лягут, доски. Так что надо 2 метра копать. Крыша будет ровно, прямая, не домиком. Ладно, собираемся. Комары начались еще, блин.